Есть еще один момент. Нужно определиться, создаем ли мы в городе новые центры притяжения транспорта. Логичнее их не создавать. Молы во всех крупных городах, мол строится за городом. То есть мол – это тот магазин, который большое количество людей едет на общественном транспорте, на личном. И он находится за центром города. Ну, конечно, огромные гигантские торговые центры в центре города. В центре города мы притягиваем тем самым транспорт. Человек приехал в магазин на транспорте. Давайте обеспечим по вылетной магистрали. Ушел. Ушел, уехал за городскую черту, приобрел, что необходимо, и приехал. Потому что есть жители области, которые приезжают в тот же торговый центр, он просто добавляет трафик в центре. Зачем добавлять трафик в центре? Давайте строить все крупные центры притяжения. То есть есть принцип достаточной необходимости. Нельзя полностью от магазинов центра избавить, люди должны жить, центр не должен умереть. Да? Люди должны жить, определенное количество магазинов нужно, но избыточные, вот именно огромные центры притяжения в виде больших торговых центров, ну, абсолютно логично. И сейчас это рассматривается перед одобрением каждого проекта, транспортный совет есть в городе Екатеринбурге, который рассматривает возможность именно влияния на транспортную ситуацию в городе данного объекта застройки.